Привет, привет, Тань. Всем привет, ребята. Я в Лос-Анджелесе, там же, где и был. Тут что-то черного прижали, полицейский, он стоит. Что-то хотят от него. Он какой-то неадекват, он, походу, под чем-то. Сейчас вызовут наряд. С ним что-то не то, он какой-то неадекват. У нас обстановка, все нормально, Тань, все хорошо. По кайфу, конечно. Привет, привет, брат. Привет, Гугачин, привет. Ну, он явно под чем-то, брат. Нет, какие пропуска? Мы свободно перемещаемся, выходим. Я сейчас вот в магазин, потом теннис играть поеду. Привет, Каренчу. Привет, Ахпер. Я знаю, брат, я... Желаю вам терпения на все это и продержаться. Если это черный, что-то дергаться будет, а не держится за пистолетом. Видите, вот рука на пистолете у него. Тут малейшие неповиновения стреляют. Да, брат, конечно, малый бизнес все. Умрет в России. Ну, мне кажется, скорее всего, он больной, этот черный, либо он под наркотиками, но здесь строго с этими делами, ну, не считая марихуаны. Да, Тань, именно так. Слушай, ну в Нью-Йорке, я тебе скажу, у меня друг живет там. Я пару дней назад летал в Нью-Йорк по работе. Там, ну, более-менее, смотри, как обстоят дела. Больше 10 человек не разрешаются собираться в группы. Гулять могут спокойно. Как говорили там, что трупы там какие-то перевозят. Это полный бред. Ничего подобного нету. Какие-то сырые статистики, я не знаю, откуда это все и так далее. Ну что, будет продолжение или нет? Ну, они вызвали наряд. Сейчас, наверное, приедет. А парень явно под чем-то. Кстати, на магазин написано, мы открыты, заходите. Тут магазины, вот. Ладно, не будем снимать это дальше. А пойдем сейчас что-нибудь вкусное купить. Выпечку. Так.
Да, буду почаще снимать что-нибудь, чтобы хоть как-то развеять мифы, которые это самое показывают по каналам. Единственное, правда, парикмахерские закрыты, блин, мне стричься надо, все закрыто. У нас хорошая погода, светит солнце. Вот. Тут очень вкусные эти пекут. Сейчас я вам покажу. Это дальше. У нас раннее утро. Так, надеюсь, открыто еще. Ну, да, уже открыли. Потому что время еще не такое. Тут 9 утра только. Смотрим. Да, открыто. Ура. Вот. Выпечки наши. Они есть. Привет, привет. Они есть, но они принимают только на дом. Вот. Они принимают только на дом. Не, брат, никаких патрулей нету, никаких спецпропусков нету. Здесь, ну, как обычно. Ну, вот, видишь, вот полицейские подошли. Это самое. Я вот сейчас поеду играть в теннис, потом на пляж. Ну, без проблем. Сейчас. Так, кошелек, кошелек. Так. Да у вас много чего будут водить, если честно. Поэтому. Ой, покажу вам, какие вкусняшки тут. Hello, good morning. Это все пекут здесь. Все пирожные свежие. Прям вас радует. Okay, yeah, take this one. To you. Возьмем вот это, очень вкусно, это лимонные пироги. Two. Yeah. Yeah. And it to this one. Будем баловать себя сладким. Тортики. И что самое, это что тут все свежее. Прям тут пекут. Да, хорошо, брат. Я тоже. Окей. Thank you so much. Have a great day. Bye. Ой, не говори, слушай. Сладкое – это все для меня. Я могу перед тем, как начать кушать обед, я обязательно должен съесть сладкого. Без сладкого я не могу. Простите уж. Пролежни? Ну да, слушай, пролежни, мне кажется, сейчас у многих будут, потому что, ну это реально уже не смешно, потому что в России же не объявляют там какие-то там, да, вот что прям карантин, потому что надо будет это выплачивать людям хоть какие-то деньги. Я вообще не представляю, как люди будут жить без работы, без денег месяц еще. А я думаю, что продлят еще. Продлевать еще. У нас обстановка
Да ничего, нормально, обстановка нормальная, люди работают, магазины работают на вынос, я работаю каждый день. Так, все нормально. Ну, какие-то большие торговые центры, конечно, закрыты. Ну, вот стройка работает, вот люди работают, все службы работают, в принципе. Я нахожусь не прям в Лос-Анджелесе, это как бы маленький городок рядом с Лос-Анджелесом, Нортридж. А обстановка как раз именно по кайфу, конечно. Вот. Что еще? Большие гипермаркеты, вот у нас строительные гипермаркеты работают. То есть, вот видите, это парковка, все, машин куча. А вот этому бедолаге вызвали скорую. Приехала пожарная. Ха, прикольно. Тут, короче, кто первый приезжает, тот оказывает первую помощь. Вот, видите? Полицейские и пожарные все здесь. Кто первый приезжает, тому тот и оказывает помощь. Привет, привет, брат. Вот. Даже если вы тут заразитесь коронавирусом, да, вам окажут помощь бесплатно. То есть с вас никакие, даже если у вас страховки нету, да, вам выставят потом счет, но даже если у вас его нету, вам все равно будет оказана помощь, ну, необходимая. У меня вот тетя работает в клинике, она живет в Лос-Анджелесе, она говорит, что все у них есть, все оборудование, то есть если кто-то поступает с симптомами вируса, сразу же, ну, укладывают в больницу и проверяют, делают все необходимые анализы. Привет. Я сейчас буквально на пару минут отключусь и обратно подключусь. Я извиняюсь.